Здравствуйте, доброе утро. На мое имя забронирован земельный участок, я хочу приобрести его. Спасибо. Здравствуйте. Присаживайтесь. По какому поселку? Экофорест 1. 144-й? 100% это так. И вам проголосовали как акционный, да, что вы будете приобретать? Да. Я с Юлей разговаривал. Да, это я. Очень приятно. Вы мне так помогли, неожиданно. Это у меня пошли. Мы старались, да. Сейчас Роман Александрович посмотрел, и все по плану сказал, что вот 44-й готов отдать. Там даже рядышком был 143-й, он тоже когда-то был акционным, тоже не так давно. И его тоже забрали уже. А как он определил, что он именно его может отдать? Ну, он же в поселке бывает. Он понимает, какая высотность, да, и он все эти участки понимает. Интересно. Где расположен, он предположил, что этот можно отдать как акционный. На самом деле, вот с точки зрения рекомендации Виктории, это от Виктории, да? Но она попросила, чтобы я сказал, назвал ее имя. Но вот те, которые она рекомендовала, мне они не понравились, они нелогичны. Потому что это все чаши. С двух сторон идут каналы, и они сходятся на территории участка. Это же чаша. А что ж там хорошего? Возможно, какая-то хитрость здесь присутствовала. Кстати говоря, люди, которые приезжают на осмотр, я вот обратил внимание, я с ними переговорил, так в легком жанре, они все не понимают ничего. Абсолютно. Ну, мы же не каждый день участки покупаем. Да, да, да. Но это было для меня неожиданно. Мне кажется, все такие, знаете, прожженные. Все городские, понимаете? Вот. И они смотрели, знаете, на что? На елочки, чтобы такой амбианс был. Такой, знаете, вот. Вот. Я уже покупал у вас участок. И причем за этим же столом сидел мужчина. Такой, он не русский, но я не помню, кто он. Мирлан Усманович. Наверное, у него приобретали. Да, а он еще работает, что ли? Да. А, я думаю, почему-то... У меня был такой тяжелый разговор с моим риэлтором. А риэлтором моего, у него дикция плохая. Я сам через слово понимал, честно говоря. Разговаривают так долго. Да, я понимаю, просто... Могу правильно спросить у вас? Да, конечно. Категория земель — это земли сельхозназначения, правильно? Да, вот они здесь указаны. Это для уже... ведения садоводства. То есть предполагается строительство дома, регистрация, да, его по упрощенной схеме, сейчас дачная амнистия действует до 26 года. При чем здесь дачная амнистия? Это означает, что вы строитесь, соблюдая все правила строительства в жилых поселках, вызываете кадастровый инженер, он все описывает, и вы через 2 недели уже зарегистрированные документы на дом можете получить через МФЦ. Так а в чем амнистия? Раньше нужно было разрешение либо уведомление о начале строительства, потом уведомление об окончании строительства, вот все эти документы только тогда подавать. То есть сначала согласовывать проект и все. Сейчас просто строитесь, правильно отступая, соблюдая высотность, все это. И вызываете кадастрового инженера, он все описывает на диск. Диск дается в МФЦ собственникам участка. Через 2 недели уже документы, вот такая выписка на жилой дом. А в прошлый раз, когда я покупал участок, я сразу же вызывал кадастрового инженера, а... Выставить границу участка. Да. Да, здесь тоже входит стоимость вынос границ. Вам сейчас, если нужно, если вы что-то на участке будете делать, да, после полной оплаты, можем вас записать, там по четвергам будут границы, ближайший вынос будет 1 февраля. А для чего это делается? Кадастровый инженер ставит по спутнику точки участка, либо проверяет, есть ли колышки, есть. Вы фиксируете, с этого момента отвечаете за границу. Это для того, чтобы вы правильно ставили забор, правильно отступали, если делаете фундамент. Ну и, соответственно, если вы что-то будете, какие-то деревья убирать, пятно застройки освобождать, то чтобы вы убрали только на своем участке деревья. Да. Потому что, к сожалению, такое бывает, что люди ориентируются на колышки, допустим, да, электриков, дорожников, да, водопроводчиков. Да,
То есть они неправильно понимают, где их границы, и они бывают вырубают елки на чужих участках. То есть вот эти колышки сейчас стоят, на них ориентироваться не совсем уместно. Ну, всяко бывает. Потому что да, там много кольев. Там были колья дорожников, электриков, водопроводчиков. Это могут быть колья, которые делали для того, чтобы правильно канаву вынести и так далее. Чтобы мы правильно это понимали. Поэтому мы каждому после полной оплаты делаем вынос границ. Но тогда, когда вы готовы принять. На это мы даем 3 месяца. То есть, если вы сейчас ничего не будете делать, то мы рекомендуем дождаться, пока снег стоит, позвонить в офис, мы вас запишем. Нет, сейчас буду делать. Сейчас. Хорошо, какая стоимость будет? Это один раз входит в стоимость участка. То есть бесплатно кадастровый инженер с вами там встретится в четверг и вынос границ сделает. Хорошо. Но только надо, чтобы вы присутствовали, зафиксировали точно, что он-то либо деревянные колышки перепроверит, либо втыкает снег в деревянные колья. А вам надо вбить либо арматуру. Я принесу свои колья. Да, у меня они есть. Сами зафиксировать должны точку участка. Он мне документ оставит? Или он это не нужно? Он через 2 недели сделает акт сдачи приемки межевых знаков, и его здесь под подпись забирает. А, все понял, спасибо. Это надо тоже мне оформить. Второй участок, как вы планируете, также оплата в течение 5 лет. У нас больше уже стекловительные сказали, у нас будет какой-то стекло. На второй участок. На второй участок. Нам... А вы не подскажете, как к нотариусу? Очередь, да? Мы не к нотариусу? Другому вопросу. Все, спасибо большое. Здравствуйте. А вы не подскажете, а вот к нотариусу мне надо попасть, доверенность сделать. А где это? Не знаю. Все, спасибо большое. Здравствуйте. А вот мне надо к нотариусу попасть, чтобы сделать доверенность. Можно к вам? Здравствуйте. Я из Северной долины, вы, наверное... Ваш паспорт и листочек, который вам... Да, дает. Хорошо, сейчас я дам... Так, паспорт. Я же сегодня вам грустно.